Карлос, мне жаль Мерфи, но ничего нельзя было поделать. Да, ты права, Джилл. Я буду управлять фуникулером. Пошли. Николай не пойдет с нами. Давай, пошли. Выглядит неплохо. Михаил! Михаил!
Вылезай из фуникулера! Быстро! Подожди, не надо! Выбирайся отсюда! Быстро! Подходи! Чуть-чуть поближе. Получи. Михаил. Нет, тормоза не работают. Thank you.
Николас, не может быть. Ты жив? Я не знаю, как мы будем выбираться из этого города. О чем ты говоришь? Мы уже сделали это. Ты не понимаешь? Они не намерены отпускать нас живыми. Неужели ты думаешь, что мы можем доверять этому великому плану эвакуации? Да это всего лишь лист бумаги. У нас сейчас нет другого выбора, кроме как довериться им. Нет. Если мы собираемся умереть, мы можем выбрать, когда это случится. А! Так вот в чем дело, а? Ты сдаешься? Нет. Я просто не могу с этим справиться. Thank you.